Итак, всем привет! Вы на канале Эрик Антона. Смотрите, у нас осталось 4 набора. То есть один это набор серебряных контрактов и большой золотой набор премиум. Их целых две штуки. Давайте откроем набор серебряных контрактов и посмотрим, что нас там ждет. А, тут оказалось все очень просто. Да, даже контракты тренеров и игрока. Ну, их тогда все это отправим в куб. Нажмем просто LT и отправим все в куб. Но вот с большими наборами премиум игроков тут уже надо быть посерьезней. Поехали. Харики. Кто? Хорошо, пусть это будет Дзюба. Так, мы сейчас... выставим на трансфер, сравним цены. Ну да, он везде дешево стоит. То есть, ничего там за него не выгружим. Попробуем его хотя бы за 1000 отдать. У нас есть 90 трансферных позиций. А, с меня еще держит 5%. Замечательно. Вот это бы еще как-нибудь бы убрали. Чтобы не мешалось. Вот тоже отправляем. 5% с меня держит. С ума сойти. Но я думаю, цены тут... Ну да, тут сейчас все это разнится, поэтому... хотя бы всех продать по 1000. Так, Кокорин у нас тоже. Выставить на трансферный рынок. Да, то есть можно найти. Разные ценники. Понятно на него. Так, отправляем его в клуб. Остальных, честно, просто вот хочется по-быстрому продать. Либо по-быстрому выставить на трансферный рынок. То есть, может быть, их кто-то купит. Соответственно, мы хотя бы чуть-чуть получим больше денег, чем мы сейчас будем их продавать вручную. То есть, выставим их так. Пусть они, так сказать, продаются. Так, контракты мы все заберем. Честно, физическая форма, вот в ней не вижу никакого смысла. То есть также я выставляю на трансферный рынок. Обучение игрока темпу. Тоже на трансферный рынок. Из ЦП в ЦАП. Ну, нам точно не понадобится. Давайте сравним цены. Слушай, ну много дешевых. Пока выставим за 500. Сейчас день посмотрим. Игра новая, только вышла. То есть, может быть, тут что-то и получится урбануть. Так, форма Атлетика Бильбао выставляется на трансферный рынок. Форма Египта даже можно выставить на трансферный рынок. Так, это все отправить в клуб.
Так, и еще один большой премиум набор. Короче, попала всякая шляпа. Выставим его за 2000. Раз он там так дорого стоит, посмотрим, что удастся нам выручить с него. Остальных мы просто выставим чуть подороже. Просто, ну, как бы продать мы всегда успеем, да, сами понимаете. Здесь проблем нету. Взять их и продать за 300. Поэтому пока вот так. Так, это быстрая продажа. Так, физическая форма плюс 30 и плюс 60. Лечение нам не нужно. ЦАП, ЦП, вот это, кстати, нам может пригодиться. Так, ну что, этих всех отправляем в клуб. Ну и все, у меня остается один набор, который мы вам откроем в следующем моем видео. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за моими продвижениями FIFA Ultimate Team. Всем добра и играйте в футбол.